Здравствуйте! Мы приветствуем вас в ресторане Георгия в городе Эссен. Сегодня мы будем готовить мясное блюдо чакапули. Для чакапули нам понадобится баранина, мясо, жирные кусочки баранины, масло, сухое белое вино, молотый красный перец, кимали, много зелени, кинза, петрушка, лук, стручковый зеленый перец, много свежего тархуна и грузинская соль. Грузинская соль – это одна из тайн оригинальности грузинской кухни, и она присутствует почти во всех кавказских блюдах. Она придает аромат, колоритность всем блюдам и идеально для приготовления шашлыка. Грузинскую соль можно использовать по принципу простой пищевой соли. Сначала рубим зелень, не мелко. Тархун. Лук. И зеленый стручковый перец помельче. Теперь равномерно перемешиваем зелень, чтобы все равномерно у нас было. Все заготовки на чакапули готовы. Начинаем готовить. Укладываем все слоями в кастрюлю. Масло. Кусочки баранины. Слой зелени. Накрываем полностью мясо, чтобы его не было видно. Кимали. 4-5 штук. Зубчик чесночка. И снова мясо. Повторяем слой зелени. Используем всю зелень до конца. Ткемали. Пару листочков лаврового листа. И зубочек чесночка. Перец красный молотый, щепотку. Добавляем щепотку грузинской соли. Заливаем все белым сухим вином. И добавляем 3 стакана воды. Закрываем крышкой и ставим на медленный огонь тушить. Прошло 50 минут, чакапули готово. Перекладываем чакапули в сервировочное блюдо. Приятного вам аппетита!